Здравствуйте, сегодня я вам расскажу про моноблок фасовки у Купорти модели МД-400ЕД с этикетировщиком Aura 500 и каполиструйным датировщиком Marking Image 9018. Главной особенностью моноблока является его универсальность переналадки на другой тип размер тары и колпачка и быстрый сменный оснастки. Производительность данного аппарата составляет 2500 штук в час. Давайте теперь рассмотрим каждый узел отдельно. Начинается все с узла розы. На данном моноблоке по техническому заданию необходимо было дозировать, кроме жидких продуктов, еще и густые. Поэтому была выбрана поршневая система дозирования. Регулировка дозы продукта механическая и находится за задней стенкой моноблока. После розлива флаконы попадают на делительный диск, где с виброориентаторов на моноблок поступают колпачки, ну или в нашем случае пипетки. Далее пипетки попадают в направляющие флаконы, которые в свою очередь опускают тыкву флакон. Далее флаконы с пипеткой переходят на узел позиционирования колпачка и укупорка. Укупорка колпачка производится тремя зажимами с силиконовыми вставками для предотвращения деформации и царапин на колпачке. Силу укупорки можно настроить под ваш колпачок. Далее, готовый к нанесению этикетки флакон переходит в зону этикетирования и датировки. Рассмотрим автоматический аппликатор этикетки Aura 500. Производительность 40 метров в минуту, высота этикетки от 20 до 100 мм. В зависимости от этикетки устанавливается либо ультразвуковой, либо инфракрасный датчик для определения разрыва между этикетками. После нанесения этикетки флакон переходит в зону обкатки, и на выходе мы видим уже готовую продукцию. Давайте приступим к работе. Предварительно, естественно, мы уже заполнили стол. Ну а сейчас мы произведем переналадку и продолжим уже видео на другой таре.